понимаешь? Вот, видишь, она голодненькая. А тут все они закормленные, страшно закормленные. Но это еще голодненькая. Она вот собирает сначала и потом все пережевывает. Прям меня своим языком лижет. Вот так. Тут вообще такое количество их, ну, и всех уже закормили. Ты можешь погладить. Ты гладила кенгуру? Да, конечно. У нее шерстка, как у кролика. Давай, Марин, еще. Пиши. Давай, мамочка, кушай. Кушай, моя умничка, сладкая. Умничка. Да, кушай. Вот такой корм они едят. Вот такие красавицы. Почему я думаю, что она девочка? Не знаю. Но так мне кажется, что она девочка. Да, да. Вот так. Вот и тут подъешь, что еще осталось. This point made my day. This is the highlight of the day. По-русски скажи, дорогая. Вот это место, оно сделало мой день. Это как самое лучшее впечатление за весь день для меня. Марина так разговаривает, она уже забывает, что он по-русски говорит, это русская аудитория. Да, она говорит, что ей очень понравилось, это я перевожу с ее английского. Да, шикарное, конечно, место необыкновенное. Интересно очень. Всем привет из Австралии.